Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать псалтырь. И сегодня поговорим о 109-м псалме. 109-й псалом имеет преднаписание. Псалом Давиду 109. Сей псалом пророчествует о Христе. И на это указывал сам Господь в своем земном служении, когда задавал фарисеям вопрос, что вам мнится о Христе, чей он сын? Ибо фарисеи называли Христа сыном Давидовым, но не знали о том, что он является сыном Божиим. И поэтому Господь поставил этим вопросом их в тупик. Но псалмопевец Давид пророчествует о Христе, и сам Господь говорит, ссылаясь на эти слова, что насколько правильно и глубоко Давид сказал о Христе. «Рече Господь Господи ви моему, сиди одесную меня, донди же положу враги твоя, подоножие ног твоих. «Речи, Господь, Господи ви моему. То есть сам Господь обращается к Господу. К какому же Господу? Естественно, здесь посрамляются все те, которые думают, что у нас много богов. Господь обращается к Сыну Своему. «Сиди одесную меня, «Донде же положу враги твоя подоножие ног моих». Опять-таки, если говорится о престоле, и о э, сидении, где же сидеть, сиди, одесную меня, то есть по правую сторону от меня. И если сидят вместе, э, на одном месте, говорят нам святые отцы, то и Царство значит общее. Тем самым показывает э, э, Господь, что Христос является Его Сыном. Э, донди же положу враги твоя под ножью ног твоих, то есть Господь опять-таки говорит, что я всегда буду полагать тебе врагов твоих под ножью ног твоих. Не то, что бы Господь сам с этим не справился, но потому что показано единство Отца и Сына. «Жезл силы после тебя Господь от Сиона. И Господствуй посреди врагов твоих. Жезл силы после Ти Господь от Сиона. Что же является этим, этим жезлом, который э, дается от Сиона? Этом жезлом является прежде всего, конечно же, крест Господень, на котором Господь и принес спасение всему роду человеческого. Жезл силы после Ти Господь от Сиона, то есть от Сиона начинается проповедь Христа, от Сиона начинается его служение народу, и он становится пастырем своих овец. Жезлы — это, конечно же, свидетельствует о том, что Христос является пастырем своих овец. «И господствуй посреди врагов твоих». Опять-таки, вот это выражение говорит о том, что не только Господь проповедовал среди разных людей и господствовал над ними, но и святые апостолы, взяв с собой крест Христов и пошли проповедовать Слово божественной истины по всей Вселенной, проповедуя о Христе, утверждая Церкви Христовы, и, конечно, среди разных совершенно народов языческих народов, которые были еще не ä, приняты в церковь и еще не познали Христа и заповеди Божии, поэтому враждебно относились к той проповеди, которую ä, апостолы ä, несли в разные концы Вселенной. С тобою начало в день силы Твоя, во светлостях святых Твоих, и чрева прежде единицы родих тя. Но опять-таки днем силы называют страшный суд. Святые отцы говорят не только второе пришествие Христова на земле является днем силы, но великим днем силы является и его вочеловечение, то есть первое пришествие сюда на землю. это, конечно, удивительно. Это дало возможность церкви обрести святых угодников Божьих. И мы увидели через человечении Господа, новую возможность человека обрести здесь на земле Царствие Небесного и приблизиться к Нему, ибо Царствие Небесное внутри вас самих есть. И кто идет за законом Христовым, тот и обретает это Царство здесь на земле. Вот именно от этого начала и происходит великое чудо, возможность лицезреть святых угодников Божьих. Ну и второе пришествие Христова, оно также может называться Днем Силы, твоя, Я, потому что здесь будет Господь судить всю землю со святыми, здесь будут сеточены и апостолов, и мучеников, и святителей, и преподобных и отцов — конечно, пойдут на суд вместе со Христом. Из чрева прежде Деницы Радихтя. Вот здесь опять-таки идет очень глубокое и сильное утверждение того, что Господь предвечен, что Он был всегда, Он есть, был и будет всегда, и не было того момента, когда бы Он появился. Но почему опять-таки из чрева прежде Деницы Радихтя используется вот такой чисто человеческий оборот самого рождения и здесь святой отец говорит о том, что подчеркивается, что Господь имеет одну природу вместе со своим Отцом, ибо тот, кто рождается от человека, остается человеком, ибо кто рождается от твари, становится тварью, то есть передаются все качества, свойства и высота положения родителей. И здесь подчеркивается и в одном, и в другом месте божественную сущность и божественную природу Господа нашего Иисуса Христа. «С тобою начало в день силы твоей я, во светлостях святых твоих, и чрева прежде единицы родих тебя». Вот такой глубиной и выражает псалмопевец давить сущность самого Господа, с одной стороны, а с другой стороны, великую его силу, конечно, судить род человеческий вместе с теми святыми угодниками Божьими, которые родились в Церкви Христовой и которые трудами которых Церковь Христова и сегодняшний день стоит и является спасительным кораблем в этом житейском море. Кляться Господь и не раскается. Ты иерей вовек по Чину Мелхисидекову. Кляться Господь и не раскается. То есть раскаяние это как бы некое сожаление о том, что ты сделал. Но в Боге нет какой-то неправды, и поэтому не может быть какого-то сожаления. Этим выражением только утверждается. Та истина, о которой Господь через пророка Давида говорит каждому из нас и э, открывает некую великую тайну, сравнивая Христа с кем? Ты Иерей во век по чину Мелхиседекову, как Мелхиседек является иреем Бога Живаго, так и Христос является первосвященником, который полагает начало новому священству и служение, новое служение Церкви Христовой, приводящего человеку не просто в обетованную землю, а приводящего человеку в Царство Небесное, потому что Христос открывает двери Царствия Небесного. Мелхиседек Мелхиседек – это священник, о котором очень много не договаривается в Священном Писании. Во-первых, не говорится, какого рода он. Понятно, что он рода священнического. Кто его родители, сколько ему лет, когда он родился, из какого он пришел града. То есть некая неизвестность, хотя он такой же подобный страстен, как говорят святые отцы, как и любой человек то есть Он является человеком, но в то же время о Нем не говорит Священное Писание, чтобы явить образ Христа, потому что мы не можем говорить о Христе и говорить о Его, что когда Он родился или когда Он ушел отсюда, мы не можем говорить, потому что Он является предвечным Богом. Но в то же время показывается большая и великая глубина Мелхиседе, который является и царем, и священником, как и Господь нас явился и царем, и священником. А если мы переведем имя Мелхисидек, то оно будет означать правда и мир, что означает царь правды и мира. И, и таким царем, конечно, тоже является Христос, царем и правды, и всей Вселенной, но и того духовного мира, который Господь дает каждому, кто верит в Него. Вот такой глубокий стих, который говорит, ты «Вовек век Чину Мелхисидекову. И поэтому Священное Писание опускается и говорит о мелкодеке именно отца и матери, не показывает его родословную, чтобы в нем, как в образе, мы усмотрели, конечно же, Христа, который, как святые отцы говорят, безотечен на земле и без матери на небесах по духу но по божеству, который пребывает. Удивительное, конечно, толкование святых отцов. «Господь, одесную тебе сокрушил, есть в день гнева своего цари». Господь одесную тебе сокрушил из гнева своего царя. Опять-таки, но ну, что Христос сам не мог никого сокрушить, почему именно Господь ему помогает? Опять-таки показывается единство Отца и Сына, и э, не случайно, говорится, сиди одесную меня, То есть, если мы говорили уже с вами, если Христос и сидит одесную Бога Отца, а, а сидение на одном месте говорит э, о общем царстве. И вот здесь вот, что отец и сын является нечто э, единым. И поэтому вот именно говорит, Господь одесную тебе скрушил в день гнева своего царя. Но о каких царях ведется речь? Святые отцы говорят о том, что Господь поразил и Ирода, и Понтия, и Пилата и к Анну, и к Иафу, то есть всех тех, кто царствовал над народом, имел власть народа, и которые причиняли э, немало вреда христианам. Но и также сокрушило те тех царей, которые были языческими и не принимали Христа но впоследствии укрепил тех царей, которые восприняли христианство и стали устроять Церкви Божией здесь на земле. Здесь, конечно, говорится о том суде, который Господь, конечно, о страшном суде, который Господь Иисус Христос, посредством которого Господь наш Иисус Христос будет и судить все народы земли. Но здесь говорят о царях, именно о суде царей, но не оставляет, опять-таки, где-то вдалеке и народы, о которых затем скажет, судит в языцах, исполнит падение, сокрушит главы на земли многих. Опять-таки, пусть никто не обольщается, говорят святые отцы, Господь, конечно же, будет судить всех людей, живущих на земле, и, конечно, исполнит падением и тех, которые жили неправедно, и которые получат должное по делам своих». Но не только о людях, опять-таки отцы святые говорят, э, говорится прежде всего о враге рода человеческого, который сам э, живет вне послушания зле, но который искушает многих людей. Вот он в первую очередь в день страшного э, суда, э, Господь особенно осудит э, врага рода э, человеческого. «От потока на пути пьет Сигуради, вознесет главу». Тоже очень глубокие слова, в принципе, они являются и завершительными в этом псалме. Настолько они удивительные и глубоки. «От потока на пути пьет Сигуради, вознесет главу». Мы очень редко с вами задумываемся о том, какова должна быть жизнь человеческая, наполняем ее э, какими-то земными э, богатствами, которые затем в конце концов начинают нас тяготить, и, и мы понимаем, что они не приносят нам пользу, потому что все эти земные богатства требуют к себе большого и огромного внимания, отвлекая нас от каких-то очень важных и необходимых дел. А эти важные и необходимые дела э, называются... Богопознанием, поиском Бога до конца дней своих на Земле. И этот поиск Бога через чтение Священного Писания, где мы увидим глубину и широту нашего православного богословия, некую великую мудрость, которую дают нам отцы, чтобы мы разумели не только правильность своих поступков, но и видели вещи и имели рассуждение о них, и тогда будет совершено меньше ошибок, чтобы. Наши поступки были ответственны, потому что одно дело, что нам говорит этот мир, а другое дело, что э, в те или иные вещи вкладывает э, какой смысл Господь. И тогда мы начинаем понимать, как должен жить человек, как должен поступать судья, как, какую меру ответственности имеет начальствующий здесь на земле или князь, как называет его священное писание, какую меру ответственности имеет и тот человек, который ниже рангом раб или свободный. То есть у каждого есть мера ответственного служения, такого христианского подхода, к этой жизни, какие слова мы должны произносить и какие слова мы не должны произносить, от чего должны воздерживаться и что должно быть смыслом нашей жизни. Все это э, дается нам через познание священного писания, через мудрость и глубину святых отцов. А вот для этого как раз и не хватает времени. Мы начинаем суетиться, нам нужны очень хорошие телефоны, нам нужны э, компьютеры, телевидение, интернет, все это очень интересно, все это захватывает настолько, что ты оторваться не можешь. Казалось бы, не очень-то и вредная эта информация, она очень познавательная, но она тебе ничего не дает, потому что сегодня мы читаем одно научное какое-то доказательство, завтра же по этому поводу другое научное доказательство. Одно время говорят, что соль вредна, другое время говорят, что соль полезна. А одни говорят, что нельзя пить сырую воду, другие говорят, что сыра Вода полезна и так далее. То есть столько мнений, казалось бы, все интересно, какие-то расследования, но это все изменчиво и только неизменчиво то, что связано с Богом, и это все земное, а то, что связано с Богом, приводит человека к вечности. Но вот эта вот суета земная, она отвлекает нас. Казалось бы, приобрел безобидная вещь компьютер для работы, а он унесет у тебя время, осуетит тебя и уведет тебя от спасения. Казалось бы, нужен дом и большой дом, чтобы было, был простор, был знак некого состояния, но этот дом начинает нас тяготить, потому что он требует к себе заботы, внимания и попечения. Мы хотим развести огромный сад и посадить самые изощренные деревья. Но, опять-таки, и эти деревья требуют к себе заботу, и ты начинаешь постоянно заботиться о большом саде, хотя это очень хорошо, но у тебя нет времени даже сходить в храм, потому что мы знаем, насколько дачи в городской местности и большие хозяйства в сельской местности не дают человеку даже посмотреть на небо, как будто человек создан не для неба, а только создан для этой земли. И в этом отношении вот этот Псалом Он очень сильно говорит, а как мы должны жить? А мы должны жить так, как жил Христос. И о чем здесь э, пишет, каким будет Христос. Э, об этом говорит очень хорошо и глубоко псалмопевец Давид: От потока на пути пиет, сигуради вознесет главу. Э, то есть э, каким образом э, жил Христос? Он э, пил воду и ел хлеб. И его спрашивали, Господи, где ты живешь? Он говорит, птицы небесные имеют гнезда, э, и лисы имеют норы, а сыну человеческому негде главы преклонить. Нигде не говорится о том, что Христос хорошо и вкусно питался. Его едой, говорит, говорят нам святые отцы, был ячменный хлеб и э, была вода была рыба печеная, где говорится в другом в Священном Писании. И то это тогда, когда он находился только в Галилее, на, в Капернауме, в своем городе, как он его называет, на берегу Тивериадского моря. Все остальное была скромная жизнь Христа. Он не одевался в богатые одежды, да и одежды его были пыльными, потому что он постоянно переходила от одного селения в другое, проповедуя Слово Божественной Истины. Вот почему скромность и является таким уделом христианской жизни, и на нее, конечно, нужно обращать и в сегодняшнее время, иначе можно достичь большого богатства, но уйти от самого главного, которое дает нам спасение. И тогда напрасны все наши труды земные, и на земле вдоволь и в радости не пожили, не пожили, и в то же время и не достигнем вечности». Но э, ежели человек осуетится, тогда он, конечно, теряет эту веру, теряет эту глубину и подлинность настоящего такого служения Господу. Почему? Да потому что нет понимания. Не то, что нет желания, не то, что порой не хватает силы, а нет понимания. Дальше мы вот, э, будем рассуждать о многих других псалмах, и там мы увидим, насколько и что является основанием жизни человека. Оказывается, основанием жизни является страх Господень. «Начало премудрости — страх Господень», — говорит Господь. И вот если есть у человека этот страх, то от этого внутреннего страха и начинается исполнение заповеди Божьей. А заповеди Божьи дают человеку премудрость. А премудрость дает ему возможность раскрыться и духовно, потрудиться, приблизиться к Богу, приблизиться к той высокой и добродетельной жизни, к которой мы должны идти. Но сегодня получается, как даже молодых людей, да и многих спрашивают, сколько же заповедей Божьих. Заповедей Божьих даже не знает. Но ведь если мы их не знаем, то мы и не исполняем. Но незнание нас не освобождает от ответственности. По сей день существует такое определение, что незнание закона не освобождает человека от ответственности. Поэтому закон-то мы должны знать. А когда есть знание, познание этого закона, тогда есть и понимание того, что необходимо его исполнять. А если не исполняешь, то необходимо хотя бы приносить Господу покаяние. И эти знания, они должны быть у каждого человека, поэтому духовное воспитание, оно должно быть в каждой семье, и в каждой семье обязательно надо воспитывать детей. Когда будет полное понимание духовных вопросах, тогда у человека будет рождаться желание исполнить этот закон, или хотя бы не делать того, что этот закон не, что этот закон запрещает нам. Тогда человек приближается к спасению. Тогда, конечно же, у него будет огромное желание и в своих не только словах, не только в рассуждениях, но и в действиях воплотить этот закон. Поэтому вот такой пример и дается сегодня, чтобы человек смог тоже вознести свою главу к небу. Ему нужно чуть-чуть оторваться от земли. А чтобы оторваться от земли, не нужно иметь такой приверженности к земле и ко всем земным благам. Иначе они, конечно, привязывают человека. И тогда человек не способен дать настоящую подлинную оценку вещам, событиям, словам, поступкам своим, которые он совершает. Это очень страшно. Всегда хватит хлеба, всегда хватит одежды. Если не будет лишнего, то тогда и не нужно о многом заботиться. Тогда время освобождается для молитвы и для служения Богу. Не случайно первые люди разделились на сынов Божьих и на сынов человеческих. Одни изучали Священное Писание и жили просто, другие строили каменные города, но отходили от Бога. Вот ответ, который сегодня, наверное, в этом премудром псалме, пророчествующем о Христе, говорящем о Его божестве, а в то же время в конце дает Господь нам наставление, чтобы и мы с вами заботились о своем духовном пути. Сегодня мы с вами прощаемся, дорогие братья и сестры. Храни вас всех, Господь, и до новых встреч.